И в завершение выпуска наша традиционная рубрика «Свободный микрофон». В этот раз Мария Антонова решила узнать у люберчан, следят ли они за ходом международного конкурса Евровидения. Ей слово. Уже 62-й год подряд проходит популярный музыкальный конкурс «Евровидение». Наша страна впервые в нем приняла участие в 94-м году. Одержать победу удалось лишь один раз. Я его редко вообще когда-то смотрю, потому что времени нету. А так, в принципе, болеть буду. Честно, я даже его не смотрю. Я даже не знаю, за кого болеть. Я даже не знаю, кто там участвует. Болеем за наших. Но, к сожалению, этот конкурс стал политическим. Это основной момент, который не нравится ни нам, ни остальным зрителям. Мне некогда смотреть Евровидение. Я даже не знаю, кто участвует. Как показал наш опрос, многие люберчане не смотрят конкурс Евровидения по разным причинам. Но одной из главных считают его политизированность в последнее время. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.